Всем привет, меня зовут Андрей, и я наконец-то добрался до монтажа второй части видео моего с черным платьем. Я даже выяснил, как звать героиню. Вот. В целом, все, что я могу сказать, что в этом видео будет показан процесс обработки пришива змейки. Ну так, поскольку его вы сможете рассмотреть. И обработки воротника отложного, и еще здесь будет, ну, как я закрываю, собственно говоря, все изделие, и в общем все на этом и заканчивается. Сказать сильно много по поводу того, как все интересно и хорошо, я не могу. Почему? Почему? Мне уже надоело, я уже третий раз делаю эту запись. Монтаж, точнее, этой записи. Вот, пытался вставить какую-то интересную картинку, но у меня, в общем, это не получилось. По просьбе большинства, ну, по просьбе большинства, потому что большинство молчит, я не буду вставлять никакого музыкального сопровождения, оставлю просто задний фон, который шумит в ускоренной съемке. И, собственно говоря, все. Дальше все, что могу сказать, что всем спасибо, что меня смотрите, спасибо, что подписываетесь, спасибо за ваши комментарии. Надеюсь, так и дальше будем работать. А за сим прощаюсь. Подписывайтесь на канал, опять же, в общем, всем спасибо за просмотры. Смотрите дальше, будет возможно интересно, а может и нет. Тут такое дело, палка двух концов. Можно было какую-нибудь шутку зашутить, но как-то не совсем не шутится. Все, давай.